Вот я как не приеду в Челны, мне обязательно, кто теперь у нас налоговый, нас замучило. Вот ни в одном районе, в другом республике я не слышу такого вопроса. Потому что, да, налоговые сейчас укрупнены, я это как бывший руководитель муниципалитета помню. Сначала была местная налоговая, потом стала там у нас Буинская налоговая, потом Зеленодольская. И вообще непонятно стало, глава перестал вообще, контакт потерял полностью с налоговой, но окей. Вопрос в другом, что от места, от местных исполнителей сильно зависит лояльность бизнеса. Вчера я был в Альметьевске, встречался тоже с новым руководителем исполкома Хайрулиным, но новый руководитель района. Он долго мне рассказывал, что он планирует делать по улучшению климата бизнеса. Я первым делом сказал, а ты что будешь делать с контролирующими надзорными органами на территории? Потому что если налоговый будет злобный, ну я уж извиняюсь, да, применю такое слово, если пожарный будет злобный, если прокурор будет недружественный, ты что не делай, как не танцуй, условно, как глава, да? Бесполезно, ты ничего не добьешься. Но вот здесь вот, когда прозвучало, нельзя ли более лояльно, да, я согласен. Есть отсечка по срокам, есть четкие правила, но все-таки подходы и отношения к налогоплательщику, те же самые запросы, от Челнах они приходят, например, говорят, налоговый постоянно присылает вопрос. Сколько вы планируете налогов, какой план по налогам у вас будет, там, так далее. То есть, и говорит, постоянно все вынуждены туда ездить, постоянно должны встречаться. Вот я говорю, просто часто, это больше как, не то, что вы сходу ответили, а какой-то комментарий небольшой. То есть, лояльность, вот вопрос понятен, и ваш вопрос понятен. Меня вообще, если честно, беспокоит, очень сильно беспокоило, что разные отношения к налогоплательщикам по месту налогового учета, разных инспекций. То есть это абсолютно неправильно, такого быть не должно. То есть должна быть одна единая система равных взаимоотношений налоговых органов и налогоплательщиков. Здесь вопрос, конечно, такой достаточно спорный, вот что у нас там налоговая душа, а в советском районе там, города Казани она там относится лояльно. То есть мы считаем... Сигнал сразу, надо в советский район все передать. Ну, образно, да, то есть вот так я могу сказать, что мы считаем, что позиция к налогоплательщику должна быть одинаковые во всех налоговых органах, по месту налогового учета наших уважаемых налогоплательщиков. Лояльность, она, безусловно, должна быть в рамках, вот, допустим, взаимоотношений. Если налогоплательщик старается что-то делать, он информирует, об этом сейчас и горизонтальный мониторинг идет. Но поймите нас правильно, мы тоже контрольный орган, за нами надзирает правоохранительный, надзорный орган. Да, вот, то есть, если мы, вот так, допустим, лояльно отнесемся и скажем, ну вот ошибка там, Уолтер, там вовремя не сдал, завтра прокуратура вынесет представление в наш адрес как контролирующий орган, что мы превышаем свои должностные полномочия. Это уже, честно скажу, зачастую входит и в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации. То, что касается, вот, допустим, в Челнах, да, вот я тоже часто слышу, Челны там душат, там плательщики и так далее и тому подобное. Иногда вот я себе тоже задаю вопрос, где не душат, у меня вопрос такой возникает. Может быть, там есть и место для коррупционной составляющей, вот где не душат, там лояльно относятся, а где душат, это может быть налоговая хорошо работает. Если честно, вообще мы должны требовать их на одинаково относиться везде, я согласен. Но вот в данной ситуации иногда, если налоговые там свирепствуют, я иногда воспринимаю через очки там по-другому. Я думаю, что, может быть, действительно налоговые исполняют свои обязанности в полном объеме. А где очень лояльно там обращается, что, может быть, она, закон для всех одинаков по налоговому кодексу. И для плательщиков Казани, Челнов и так далее, и так далее. Но, безусловно, вопрос принят. Я для себя уже его в голове отложил. Отношения будем строить равные, партнерские, если мы плательщики добросовестные, во всех налоговых инспекциях нашей республики.